Всем привет! Сегодня грех оставаться в студии, поэтому я вышла на солнышко, чтобы рассказать, какая погода нас ждет в ближайшие выходные. В субботу ожидается сильная жара. Днем столб термометра может достигать до 36 градусов, ночью плюс 19. В воскресенье также небо будет ясным. Днем плюс 30 градусов, ночью плюс 19. Блокнот «Воронеж» открыл новую рубрику к 1 сентября. И если у тебя есть что предложить школьникам и их родителям, звони, и мы расскажем об этом всем.